Больше, чем профессия, доброе сердце, связь времен. Не просто красивые слова, но импульс к действию. 10 номинаций премии «Наше Подмосковье» открывают настоящий простор для творчества. Вот уже третий год неравнодушные жители региона представляют свои проекты, участвуя в борьбе за премию губернатора. В минувшие выходные фестиваль под названием «Подмосковье. Я люблю тебя», объединивший как участников прошлогодних состязаний, так и действительных номинантов, прошел в городе Химки. Более 5000 человек собрались на местном стадионе. Их объединила не только ежегодная премия, но и другой торжественный повод – празднование Дня России. Этот праздник стал символом свободы, самостоятельности и независимости России. Каждый из нас, россияне, когда мы говорим, что мы одна команда, мы одна страна, мы всегда побеждаем. Чтобы жить в нашей стране, нужно вершить великие дела. Люди, вдохновение вам, терпение, настроение и с праздником. Друзья, я хочу вам пожелать, чтобы ваш проект стал самым лучшим. В любом случае, каждый из проектов мы увидим, мы посмотрим. Пускай победит сильнейший, никогда не сдавайтесь, делайте благие дела и никогда не опускайте руки. Спасибо всем! В рамках мероприятия состоялись концертная программа с участием популярных исполнителей, фестиваль национальной кухни и прием заявок на соискание премии «Наше Подмосковье». Каждый участник мог презентовать свой проект и получить комментарий компетентной комиссии. Особым стимулом для номинантов стала возможность принять участие в кастинге на роль в фильме известного режиссера Егора Кончаловского «Подмосковье. Я люблю тебя». Мы бы хотим собрать большое количество историй жителей Подмосковья и отобрать из них 10 лучших. Причем отбирать эти истории будете вы, будут жители Подмосковья. На сайте премии «нашеподмосковье.рф» уже зарегистрировано почти 6 тысяч проектов. Среди участников, в том числе жители Щелковского района, присоединилась районная делегация и к фестивалю в составе более 200 человек. У нас в делегации не только участники прошлых лет, но и также потенциальные участники, которые тоже примут участие в премии «Наше Подмосковье» в 2016 году. В движении такую номинацию для своего проекта избрала эксперт общественной палаты Щелковского района Светлана Туманова. Затронула одну из самых актуальных тем – технические виды спорта. Вот уже 7 лет на базе Щелковского молодежного клуба «Ровесник» она развивает движение радиолюбителей. Цель, конечно, проекта – это вообще молодежь привлечь к занятиям каким-нибудь, это раз, в том числе грамотность технической молодежи, потому что у нас очень много, кстати, грамотных людей, которые разбираются в этом. Потом мы для армии еще можем готовить дополнительно кадры. В этом году призовой фонд премии составит 180 миллионов рублей. Конкурс на соискание стартовал 15 мая и будет завершен 4 ноября. Прием заявок на участие будет продолжаться до 31 июля. Александра Гранич, Михаил Черепанов, телерадиокомпания «Щелково».